Есть ли лучший среди равных? На этот вопрос попытались ответить работники Новосибирского метрополитена. Сегодня здесь выбирали лучшего машиниста. Анастасия Чернышова спустилась под землю. Один в кабине, другой подгоняет вагон для сцепления. Эту процедуру машинисты проделывают ежедневно. Им кажется, что могут даже с закрытыми глазами. Но когда на автосцепке стоит стакан с водой и нельзя пролить ни одной капли, а на процесс смотрят два десятка коллег и начальства, руки начинают дрожать и от привычных действий. А впереди еще основное испытание. Будем имитировать непополняемую утечку тормозной магистрали. То есть с этой утечки, если, не дай бог, она произойдет на линии, то поезд остановится минут на 30-40 в тоннеле с пассажирами. И задача будет? Задача устранить. Кто быстрее устранит эту неисправность, тот получит первое место. В конкурсе участвуют только опытные машинисты. У каждого стаж работы не меньше 10 лет. О соревнованиях работники метро речи не ведут. На испытаниях сразу не поймешь, кто участвует, а кто ждет своей очереди. Пока одна команда проводит сцепление и закоротку, все остальные дают советы. Мы друг друга поддерживаем. Вы даже сами видите, что друг другу подсказываем где-то в каких-то местах. Ну и опять же, внесет какое-то разнообразие наше, так сказать, ну, будничную жизнь. Сергей, машинист с 20-летним стажем, рассказывает, что подготовка к конкурсу заставила его снова открыть должностные инструкции и регламенты. Теория за много лет работы подзабылась. А получить денежные призы и грамоты за почетные первые места, безусловно, было приятно. Анастасия Чернышова, Евгений Агеев. Новости ОТС.